В Одинцовском округе количество желающих вакцинироваться увеличилось в 3 раза, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов. На минувшей неделе значительное внимание уделяли вакцинации на предприятиях, уточнил он. Также провели еще одну массовую вакцинацию на центральном стадионе в Одинцово. Первым компонентом вакцины в округе привито уже практически 94 тысячи граждан, обоими компонентами – 60 тысяч.